Эли, ты знаешь, что это за штука? Давай, открывай, посмотрим. Эли, смотри, барьер получился. Дай, давай. Давай-ка, барьер. Эх, ты жопа ленивая. Давай, 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 давай. Так, говорит, я лучше обойду. Давай, давай, быстренько, давай, барьер. Вот ты жопа. Всем привет! Уже примерно третий день подряд у нас стоят серьезные морозы, и серьезные именно для нашего региона. То есть утром эта температура где-то примерно минус 25, а в течение дня минус 20. Несколько дней назад у нас шел дождь, и поэтому сейчас ходить по гололеду и в такой мороз у меня нету никакой... Ну, есть возможность, да, но желания точно нет. И желания гулять в такую погоду нету и у собаки. Я уже в одном из видео показывал, как мы играем дома, как занимаемся. Она обходит стулья, ловит тарелочку. С этим, кстати, мы работаем. То есть я ее стараюсь научить играть в фрисби. Дело в процессе. То есть я не могу сказать, что она прям фанатеет от этой игры, но она увлекается. В общем, я пытаюсь найти какие-то способы нагрузить собаку дома физически. Вот она, эта игрушка, которая поможет выпустить лишнюю энергию. Я заказал на Озоне самый дешевый турник, установил, купил эспандер в Декатлоне. Повесил на него джутовую веревку. Ну, пока у нас все пуллеры порвались, сейчас здесь висит джутовая веревка. И на данный момент пытаюсь приучить собаку играться с ней. Собака, надо выйти на улицу. Ты знаешь об этом? Ты так и будешь лежать? Надо идти на улицу. Эли, давай, давай сюда. Эли, будешь играться? Будешь? Нет, сейчас ей вообще она не нужна. А вот посмотрим, что будет после прогулки. Ну вот мы и вернулись с прогулки. Можно и поиграть. Эли, пойдем сюда. Будешь играться? Ты будешь играться? Вот, давай, давай. Хорошо, хватайся. Вот так вот. Давай, давай. Вот ей надо помогать. Потому что без моего участия ей как-то не очень интересно играть. Ну и надо веревку, точнее вот эту вот резинку придерживать, чтобы она сильно не отлетала. Так, давайте попробуем другую игрушку. О, это ее больше заинтересовало. Хватайся, бери. Вот так. Я боюсь, что эта игрушка мне отлетит прямо в лоб как-нибудь. Давай, давай, молодец. Вот так, давай, давай. Ох ты. Ага, тебя пугает, когда она отлетает, да? Ну давай, давай, схватим ее, давай. Элька, бери. Давай. Давай, бери, бери. Давай, давай, хватайся. Так, Элька, смотри, какая коробка. Что там в коробке, как думаешь? Ништячки там? Ты думаешь, там ништячки? Или игрушечки? И то хорошо, правда? Давай, бери. Давай, давай, бери, что ты? Не стесняйся. Вот так. Молодец, дай сидеть. Умница. Сидеть. Ух, красавица. Молодец, сидеть.
Вот это выдержка. Умница. Такая же бы выдержка была бы на улице, да, Илька? О, вот это поинтереснее движуха, смотри. Побери. Опа. Это большое колечко. Бери. Выбирай любое. Давай играться. Давай, давай. Бери. Давай, 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 бери. Давай, хватайся. Бери. Давай, давай, бери. Опа, давай, бери. Вот так, молодец. Давай, давай, держи. Вот это звуки. Вот. Ну когда ты будешь без моего участия уже играть? Пока как-то она без особого фанатизма относится к этому кольцу. Без меня играть не хочет. Вот так. Спустя неделю использования турника я пришел к выводу, что лучше эспандер заменить на обычную веревку, потому как он очень сильно пружинит и это пугает собаку. Продолжение следует.